Всем привет! Вы на канале Елена и Верил. Пришла на огород. Хотела посмотреть на огурцы. Огурцы уже замерзли. Хоть у нас наверху, где мы живем, еще нет такого мороза. А здесь внизу, возле озера, уже все замерзло. Кабачки, огурцы и так далее. Ну, слава богу, уже все. В общем, все замерзло. Сейчас покажу, что кабачки уже замерзли. Вот эти уже пустые, сухие. Вот, смотрите на кабачки. Видите, они уже замерзшие. Вот. Днем они вообще мягкими станут. Сейчас еще холодно, а днем они станут мягкими. Кое-где остались еще не полностью замерзшие. Вот, например, здесь. Видите, с зелеными прожилками, но там белые. Так. Хочу показать, что я делаю. Собираю новый урожай. Вот такой урожай я собираю. Это укроп. Вот он. Везде повылазил. Новый урожай. Вот, смотрите. Раз. Молодой укропчик. Вот такой пучок я уже собрала. Вот так. Мы с новым урожаем. И есть лучок еще молодой. Сейчас буду собирать. Пару огурчиков собрала. Укропчик, помидорки. Так что вот такой у нас урожай. Новый. Осень. И вот такой урожайчик нового укропчика. Уже повырастал. Ну, классно. Будем со свежим укропчиком. Уже давно его заморозили. Ну, новый не помешает, молодой укроп. Все равно на следующий год его не будет. Так что будем сажать новый, так как семена вот они проросли. Ничего, мы соберем сейчас. У нас тут достаточно много этого укропа. Вот такой молоденький. Есть побольше кустики, есть поменьше. Вот смотрите, какой хорошенький. О, супер. В общем, буду собирать. Есть еще немножко тыквы. Тоже надо забрать. Все. Так что вот так мы опять с укропом в этом году. В этом году вообще много укропа. Очень много. Классно. То его вообще нет, то он вот, пожалуйста, уже второй урожай. Наверное, у всех так. Не знаю. Вот смотрите, зеленый лучок. Для салатику. Смотрите, раз, сейчас сорву. О, перышки. Еще мне нужно сделать одно дело. Это собрать кукурузу. Кукуруза не ту, что мы а попкорн. Вот так он выглядит, попкорн. Кукуруза. Так, как бы вам показать. Вот они, семечки. Зернышки. Видите? Вот такая кукуруза. Сейчас буду ее собирать. Сколько унесу, столько унесу. В общем, вот она. Она такая поменьше, чем обычная кукурузка. Небольшая. Вот она.
Вот это попкорн и есть. Мы ее сажали, она у нас выросла. Все супер. Есть разных цветов. И оранжевая, и белая. Вот. Вот это мне надо собрать. Вот. Три рядочка. И вот до конца. Немножко я уже собрала. В конце собрала. И, в общем, уже иду снизу наверх. В общем, сколько соберу, столько соберу. Так что буду собирать. Вы даже видите, бывает как белая кукуруза. И попадаются оранжевые семечки. Вот. Ну ладно, буду собирать. Потом увидимся. Ну вот, собрала еще кабачки, кусты. Убрала кабачковые. Тыква. Эта соседка оставила, чтобы мы забрали. Она на квартире живет, ей не нужно. В общем, вот собрала наш попкорн. Вот есть и такие оранжевые попкорны, как обычная кукуруза. Но это точно попкорн. Есть вот разные. Вот и беленькая такая, с желтыми, как говорится, вкраплениями. Есть вообще интересная, очень красивая. Есть вообще вот такая прям очень-очень острая. Она колючая. Вот такая есть кукурузка. В общем, разные есть кукурузки. А есть очень красивые такие прям с фиолетовыми вкраплениями. Вот видите, есть белая-белая. На камере как будто желтоватая, но она белая. В общем, что у нас тут еще посмотреть. Вот есть с такими фиолетовыми вкраплениями. Не знаю, видно, не видно. Очень она красивая. Очень красивая кукурузка. Прям очень, очень-очень. И желтая, и вот с такими фиолетово-розовыми вкраплениями. О, вот так, наверное, будет видно хорошо. Короче, очень красивая кукуруза. Будем зимой попкорн щелкать. Еще у нас вот уже замерз перчик. Было немного. Это острый перчик. Вот есть красненькие. Да, они уже замерзшие. Не знаю, нужно мне это или нет. Замерзшие, да. Может, семена соберу, посмотрим. В общем, вот такой перчик еще у нас. В общем, иду за дорогим моим мужем Виорелом и приедем на машине, заберем вот эти дела. Я это тащить не буду. Немножко, конечно, возьму в рюкзаке, но очень мало. Зачем тащить, если можно привезти на машине. В общем, такие дела. Заканчивается у нас огородный сезон до весны. День солнечный. Солнце греет, но ветер холодный. Уже очень холодно. Я вот много у нас уже простыли просто из-за этого ветра холодного. А так все шикарно, солнышко, красота, небо чистое-чистое, просто прекрасно. В общем, вот так. Люди работают, все работают. Последние штрихи осени огородного сезона. И все, кукуруза, все убирается с полей, с огородов. Кто-то еще не убрал, вот кукуруза стоит. В общем, нам тоже срезать осталось только от нашего попкорна кукурузу. И все. И пускай высыхает от кабачков, от тыквы кусты. И убирается это все, и все. Заканчивается сезон огородный. В общем, вот так. Что, ребята, спасибо всем большое за просмотр. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Буду всем очень рада. Всем спасибо. Всем пока.